здесь на Петрона Гречана и на президента Российской Федерации, вот вместе с депутатами Госдумы, с руководителем группы дружбы Молдо-Российской сегодня Леонид Кишинев. Спасибо большое. Большую работу провела партия «Единая Россия», когда партия социалистов Молдовы и парламент Республики Молдова обратились за вакциной в Российскую Федерацию. Мы активно подключились, активно подключился Вячеслав Викторович Володин. Большое спасибо Дмитрию Николаевичу Козаку за поддержку. И вот сегодня первую партию вакцины мы везем в Кишинев вместе с Игорем Николаевичем. Это большая заслуга социалистов Молдовы. Нам очень важно, чтобы это была не последняя партия, она действительно не последняя. Еще будем доставлять вакцину в Молдову. Партия «Единая Россия» вам это гарантирует. Спасибо. Максимум три ори сутем лакишинев. Мулцумим Федерации Руси Петру Супорту Лакордаш. Вини макасок вакцин Петру Туата Популация Республики.